«Боги права», и я ее ведущая Вероника Ирина. Сегодня мы продолжим рассмотрение актуальных вопросов правового регулирования предпринимательской деятельности в Украине. Начало в предыдущей программе, которая уже размещена на сайтах tv.arkada.net.ua и sarafan.od.ua. Как вы знаете, все материалы для нашей программы готовят специалисты компании Arkada Grant, которая предоставляет весь комплекс юридических и бухгалтерских услуг. Виды налоговых систем закреплены Налоговым кодексом Украины и разделены на две основные группы – общая система и упрощенная система налогообложения. Общая система налогообложения включает в себя учет и уплату всех налогов и сборов, налог на землю, на прибыль, отчисления в пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее. Требует четкий и полный бухгалтерский учет хозяйственной деятельности и кадровой системы. При общей системе налогообложения годовой объем передвижения денежных средств предпринимательской деятельности никак не ограничен. Упрощенная система налогообложения подразумевает под собой уплату единого налога и единого социального взноса, которые заменяют собой все другие налоги и сборы. Но не стоит обманываться, даже тут не все так просто. Упрощенная система в зависимости от видов экономической деятельности, размера годового оборота предпринимательской деятельности делится на отдельные группы, которые имеют свои особенности. Размер единого налога, объект налогообложения, допустимый максимальный годовой объем поступления денежных средств, период отчетности. Также стоит учитывать тот момент, что, имея наемных работников, все равно необходимо рассчитывать и уплачивать налоги за них. Если вы планируете заниматься или занимаетесь инновационной деятельностью, технологичными разработками и разработками компьютерных программ, которые принесут, так сказать, пользу государству в развитии, можно задуматься и о том, чтобы собирать пакет необходимых документов для получения налоговых льгот и каникул, что может оказать существенную поддержку вашему бизнесу. Более подробно разобраться в этом вопросе вы сможете, обратившись в компанию Arkada Grant. Специалисты компании Arkada Grant помогут вам разобраться во всех тонкостях бухгалтерского учета. Сегодня также развивается экономическая деятельность украинских предпринимателей и предприятий. Все чаще привлекаются иностранные инвестиции в свой бизнес, осуществляется импорт сырья для последующей переработки или при бартерных операциях. Стоит учитывать и эти моменты при организации работы вашего бизнеса. Любая иностранная товарно-материальная ценность, будь то валюта для инвестиций или товар и сырье для последующих операций, должна быть зарегистрирована в соответствии с законодательством и обязательно поставлена на учет в государственные органы, налоговую инспекцию или таможенную службу, в зависимости от того, что вы получаете в ходе своей внешнеэкономической деятельности. Стоит учитывать также, что сроки пребывания на территории Украины импорта не бесконечны, регулируются таможенным кодексом, налоговым кодексом, законами Украины об инвестиционной деятельности, об операциях с давальческим сырьем во внешнеэкономических отношениях и другими нормативными актами, такими как распоряжения и письма Государственной налоговой инспекции и Нацбанка Украины. В тонкостях правовой сферы регулирования вашего бизнеса вам помогут разобраться юристы компании Arkada Grant. Отдельное внимание стоит уделить вопросу кадровой политики предприятия. Впрочем, этот же вопрос касается и физических лиц предпринимателей, которые имеют наемных работников. Начнем с момента принятия нового работника на работу. Процесс принятия нового работника в юридическое лицо отличается от процесса принятия к физическому лицу предпринимателю. Так, для юридического лица достаточно зачислить нового сотрудника в штат предприятия и оформить ему запись в трудовую книгу. При приеме нового сотрудника к субъекту предпринимательской деятельности физическому лицу между наемным работником и предпринимателем заключается трудовой договор, который в последующем подлежит обязательной регистрации в центре занятости.
Трудовую книгу также необходимо оформлять правильно. При внесении записи в трудовую книгу при приеме на работу и указании в ней должности необходимо руководствоваться классификатором профессий Украины. Должности, внесенные в трудовую книгу, но не соответствующие классификатору, не учитываются Пенсионным фондом Украины при расчете пенсии, а также при проведении проверки такой субъект хозяйствования штрафуется за неправильное ведение трудовых книг и кадрового делопроизводства. Стоит обратить внимание, что в кадровом производстве на предприятии должны быть оформлены кадровые личные дела, быть подписаны соглашения о неразглашении коммерческой тайны, о сборе и хранении персональных данных и так далее. Также существует целый ряд требований кадровой документации, которые необходимо соблюдать. В противном случае при проверке различными государственными органами наложение штрафов как на предприятие, так и непосредственно на руководителя предприятия неминуемо. Помощь в правильном оформлении кадрового делопроизводства вы сможете найти, обратившись также в компанию «Аркада Грант». Специалисты компании проконсультируют вас по всем кадровым вопросам и помогут вам с ведением кадрового делопроизводства. Это тот небольшой минимум, о котором любому предпринимателю или руководителю предприятия необходимо задуматься при осуществлении ими предпринимательской деятельности. И на этом все. Другие новости смотрите на сайте компании «Аркада Грант» arkada.net.ua, которая любезно предоставила информацию для этой программы. Материалы для программы «Закон, налоги, право», как всегда, подготовили специалисты компании «Аркада Грант». Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения бухгалтерского обслуживания, как предприятий, так и предпринимателей. Также компания предоставляет полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения и сопровождения. Предыдущие выпуски программы ищите на сайтах tv.arkada.net.ua и sarafan.od.ua. Я, Фарника Ирина, прощаюсь с вами до следующей программы. Желаю успехов и процветания. Поздравляю компанию «Аркада Грант» с семилетием. Дорогие телезрители, нам интересно ваше мнение. Вы сможете всегда быть в курсе наших событий и не только по телепрограмме «Закон, налоги, право», если станете участником наших групп проекта Натальи Вельтюковой в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Присоединяйтесь!